Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Муша. Просят меня ответить зрители, запутались. Где же я женился? В Лас-Вегасе либо в Майами? Потому что там одна свадьба, там другая свадьба. Наверное, невнимательно смотрите, поэтому и запутались. У нас свадьба с Ирой была в Лас-Вегасе. Потом просто так произошло, что я поехал в командировку в Майами. То есть буквально там 4 дня я был в Нью-Йорке после Лас-Вегаса. И мы поехали на свадьбу к Ириной подруге, которая девочка из Волгограда, она русская, а у нее муж кубинец. Так что мы побывали вот на такой русско-кубинской свадьбе, которая была в Майами. А мы с Ирой расписались в Лас-Вегасе, в знаменитой церкви, в которой женились и Фрэнк Синатра, и Деми Мур. И там я целый список перечитывал, когда мы ехали из церкви. Я как раз делал ролик на эту тему. Посмотрите, там называется «Маленькая белая церковь». Вот, там в Википедии есть статья, и как раз вот все знаменитости, которые там женились, перечислены. Так что у нас такое вот знаковое событие произошло в знаковом месте, и мы расписались официально по закону штата Флорида, так что мы теперь официально муж и жена. Понятно, что у нас был ребенок еще до легального замужества, но в принципе теперь у нас уже со стороны американского правительства штата, ну, в частности, это получается штат Флорида, штат Невада, но получается, что брак признается на территории любого штата, так что мы теперь официально зарегистрированы. Так что вот свадьба у нас была в Лас-Вегасе. Во Флориде не у нас была свадьба. Ответил на вопрос зрителя, миссию свою выполнил. Все, пока.